А перед началом видео я хотел бы напомнить про мой конкурс на 5000 кредитов. Список победителей вы можете посмотреть в описании под видео. Всем привет, с вами Андрей Беттер, и сегодня я бы хотел поговорить про день рождения Warface, которому исполняется в этом году 12 апреля 6 лет. Итак, что же приготовили разработчики нам в этом году? На сайте есть специальная страница с конкурсами, акциями и всякими разными ништяками. Ссылку я оставлю под видео. Итак, играть бесплатно. Скачайте игру и играйте бесплатно, это понятно. Билеты с подарками. Как каждый год нам дают билеты с подарками. Вы должны их стирать, и вам выпадает какой-то ништячок. Какой-то подарок. Давайте посмотрим, что же нам может выпасть. Снайперские винтовки, всякие АМППшечки, дробаны, пулеметы, автоматы, вип-ускорители. Вип-ускорители маленькие, дымовые гранаты, скины отряда КОС, скины отряда ГРОМ, уникальные скины, топор Блокхавк, ледоруб может упасть, перчатки элиты, элитное снаряжение всякое. И все. Ну, в принципе, хорошие подарки. Если они будут даваться навсегда, могут упасть навсегда, это будет вообще замечательно. Нельзя ничего нажать. Ладненько. Выполняй игровые задания. Просто вы должны каждый день выполнять, начиная с 10 апреля по 16 апреля, выполнять задания. Вот у меня было выиграть 3 матча в быстрой игре в режиме командный бой или доминация. Я уже это выполнил и получил себе один билет. Рассказать друзьям в соцсети и получите билет бесплатно. Давайте так сделаем, друзья, подписчики, отправить, перейти. Нет, все. Добавлен один билет. Вот видите, у меня уже 7. Было 6. Увеличенные награды за все бои с 10 по 16 апреля. Итак, 10 по 50%, 50% 12 числа в день рождения будет 100%. Так что заходите, играйте и качайте свои аккаунты, пока есть время. Новые подарки за вход на Сайграи, на Сайгу, на МП5, на АТ-308, МПА-930 ДМГ и на Кабар Мачете. Неплохие скины. Разноцветные такие, стильненькие вроде. И яркие, я бы даже сказал. И можете купить в игромаркете скины старого образца, где 4 года и 5 лет. Также и распродажа внутри игровом магазине. Ну и события ко дню рождения, которые вы можете посмотреть, и ссылочка будет в описании. Итак, ну что, давайте откроем билеты мои. Что там может быть? Я не знаю. Как их открыть? Вип-ускоритель на 7 дней. И все что ли? Вот так открывается? По-новому сделали, не как в том году. Ну ладно, вип-ускоритель 7 дней, давай еще один. Вип-ускоритель на 1 день. У меня прям раскачка надо мне. Раскачиваться мне. Давай, Warface, в 6 лет. Ну ты чё? Вип-ускоритель опять на один день? Вы гоните? Да, вы гоните ускоритель опыта на 15% на 7 дней. Давай, ботинки элиты на один день. Бля, я прям мечтал о них, ребят. 6 лет. Давайте что-нибудь топовое. В том году вы мне дали топор. Навсегда. Давайте в этом году. Аскар. У меня навсегда есть, пацаны. Ускоритель варбаксов. Все. Билеты у меня кончились, как вы видите, дали одну баланду. Надеюсь, вам повезет больше и вам дадут что-нибудь навсегда. Ну, завтра будем опять пробовать, завтра будем получать награду. Надеюсь, завтра опять нам дадут билеты. Ежедневный билет начисляют период с 10 по 16 апреля. Клиент зависит от твоего стажа Warface. То есть каждый день мне будут давать по 5 билетов, да? По 6, по 5. Ну, это хорошо. Вот. Ну... А вам я желаю удачи, желаю побольше призов. Всем удачи, всем пока.